Я помогу прижать Бена Эванса, но вы тоже должны кое-что для меня сделать. Ты хочешь заключить сделку? Именно. Я хочу быть уверен, что вы воспользуетесь всеми своими связями, чтобы Мэг вышла из этой ситуации сухой из воды. Как романтично. Я хочу, чтобы Бена не было на фотографии, и чтобы Мэг принадлежала только мне. Это можно устроить. А теперь скажи, что там с Беном Эвансом? Мы договорились? Мэг в любом случае ничто не грозит. Да, я же тебе сказал. Даю слово. Да. А можно мне письменно? Как мне все это надоело? Хватит! Ты расскажешь мне что-нибудь про Эванса или нет? Да. Я сделал то, что вы просили. Я был в доме Бена Эванса и смотрел по сторонам, следил за Мэг и Беном, как вы просили. И в окне я увидел Энни Дуглас. Что? Именно. Покойную Энни Дуглас. Она жива и прячется в доме Бена Эванса. Ты уверен? Может, это была не Энни, а Мэг? Думаю, я-то могу их отличить. Я абсолютно уверен. Женщина, которую я видел, это Энни Дуглас. Ha ha ha.